Ко дню защитника Отечества. Забытые... Даже с пробитыми бензобаками он умудрялся поднять в воздух машину. И воспетые. И встречались с аплодисментами, когда она поднималась после погружения из воды. Ушедшие. Он, конечно, прекрасно справился с берлинской операцией. И ныне живущие. Производит впечатление, и оно абсолютно не обманчивое впечатление, надежного товарища, надежного друга. Истории героев и подвигов в истории нашей страны. Его фамилия стала символом офицерской чести и служения Отечеству. Легенды армии с Александром Маршалом. Лучшие выпуски 23 февраля с 8:15 на телеканале «Звезда».